Здравствуйте, меня зовут Фирсова Оксана Алексеевна, я врач-дерматовенеролог, косметолог, и сегодня я отвечу на вопросы, связанные с таким популярным в данный период времени заболеванием, как COVID-19. Самый частый вопрос, с которым к нам обращаются пациенты, это когда я могу делать процедуры после прививки. На сегодняшний день считается, что проведение любых инъекционных процедур возможно через месяц после введения второй дозы. Другие неинвазивные методы, не связанные с повреждением кожных покровов, уже на усмотрение врача, но не ранее, чем через 2 недели после окончания вакцинации. А вот что делать пациентам, которые перенесли данное заболевание? Здесь рекомендации врачей более строгие. Филлеры и ботокс можно делать через 2-3 месяца после выздоровления, к остальным процедурам приступать через 2-4 недели. Одна очень распространенная проблема – это выпадение волос. С этой жалобой сейчас к нам обращается каждый второй переболевший коронавирусной инфекцией. И здесь, наряду с правильным питанием, приемом витаминов, нормализацией сна и отдыха, на помощь придут такие косметологические процедуры, как мезотерапия, PRP-терапия, плазмотерапия. Подробнее о каждой из этих процедур мы расскажем в следующих видео. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии. До встречи!